Буэнос диас, перцы. Ядерный рассвет снова заряет ваши экраны, это значит, что мы продолжаем гонять вам в СМВ. Усаживайтесь поудобнее, берите ништячки и делайте громче. Сегодня будет жарко. Поехали. Спринт и дрэк. Так, вот чего я не хотел в гонках с боссами, так это дрэг-рейсинг. Вот честное слово. Чего мне не надо, так это дрэга. Никас, ну это говнюк. Ну конечно, кайман низкий, это можно. Я перестраховываюсь. Я почему-то думал, что разворот делает то. Не, ну это... По идее. Гонка с бароном должна быть невъебенно тяжелой. Но кто я, мать вашу, такой, чтобы отступать от канонов и сказать, что он просто лошар? Единственное, что он попал выбить его сральное ведро. Я в любом случае не беру тюнинговые запчасти и так далее. Но сральное ведро у него дорогое. Поэтому если его раздеть догола, а потом продать, получится крайне. Не так? Так, переставочка. Еще один пролет. А вот теперь можно и полетать. Вжух. И ты петух. А вот теперь, а вот здесь есть очень хитрая подляновка. Вот об этом я и думал. Потому что, видите, второй пролет был закрыт. Если с первым я справился вообще на отлично, то вот закрытый второй перепутал мне все карты. Вот сейчас я реально чуть кирпич не высыпал. Потому что этот пидор очень, сука, быстро разгоняется. А чего вы хотели, у него позитная шестерка под капотом? Ну, если учитывать, что у него двигатель в багажнике. Я-то урод наоборот. Блять, он не отстает, ребятки. Хотя я навязал ему очень мощный темп. Честно, вот так именно, с таким хорошим, мощным темпом я давно не ездил. Вон, кажется, там его инвертированный багажник показался 70%, и он все-таки выскочил гандон. Ну ничего, ты все равно будешь моим. Ну я же сказал. Тыдык. А что там, переездный? Опасно. Так, 88. Не обосраться бы. Вот просто не обосраться бы. Щенята, блядь. Щелк. Первый пошел. Вот теперь начинается потяра. Перехожу на двуручное управление. Кто бы сомневался? Мать твою! Вот только бочек мне не хватало. Так, проскочить перед лесовозом. Ой! Ой-ой-ой!
трасса-то длинная, ребят. Ну, со второго раза я прошел. Красивый эйр, не так ли? Блин, хотел синхронно с постановкой печати сделать, но не получилось. Так, а ну-ка. Сука. Да, детка. А теперь нигер на развалюшине. Вот уж кого придется натягивать потно, так это его. Ну, вы помните, что мы делаем дальше. Просто почему-то на изичах. Так, а ну-ка. Короче, решено. Продаем Эклипс. Так. Едем красить Каймана. Я только не понимаю, нахрена ему решетки на крышке багажника? Так, что там по тюнячкам? Да, нашпиговал, но не кисло. Но вот эту вот вещь я все равно поставлю. Отделочка. В какой же цвет ее покрасить? Так, огонь я потом все равно уберу. Вот и все. Машинка готова раздавать. Просто вот. Вот так. Просто какие-то яшеньки. Так. Что нам предлагает Arrow? Рейсинг у нас уже готов. Спасибо тому лютому челленджу. Так, паришки. Сколько их надо? 4. Так, по 4 пари. В принципе, порча, рейтинг, заграждение... Отрыв за 3 минуты. $225, говорите. Поехали. А, вон тут какое читерство. Смотрите-ка. Сейчас мы, получается, долетаем до этого билета. Потом разворачиваемся и летим обратно. Красивый разворот. И в обратный путь. Спускаться тяжелее, чем я думал. Это не его камера. Сколько у меня пари засчитали? Одно, правильно. Это не та камера. Так.
Бум! 10 минут. Надо чем-то забить хронометраж. Ну что, поехали пока гоночки покатаем. Чуть-чуть. Так, что он вообще за гонки-то предлагает? Кольцо. Сразу, сходу, вот, дрэк. Без вариантов. Посмотрим, сколько нервов я потрачу, но надо 5 гонок. А ведерко-то едет, ребятки. Я только переставляться успеваю. Опять же, то же место. Почему он не хочет уходить с полосы, хотя там место еще есть, по идее? Смотрелся на жопу блондинки, которая сидела за рулем. Нафиг я включился назад. Блин, почему он не реагирует на руль в этом моменте? По встречке лупить, что ли? Гостинга клавиатуры вроде не вижу. О, проскользнул. Сложил. А, вот тут как было дело. Фу, ребятки, это было плотно, однако. Так, еще гоночка есть. Так, истреблять. Блин, он быстрый. Че, заедем? Заедь. Блин. А, это истреблятор. Так, Лотус. Еще один синий Мэри. Какое-то там ведрище. И мой кайман. Теперь уже мой, к счастью. Не пойду на срезку, на эту скорость терять. Даже там, блин, как хуй в пылесосной трубе. 210. Отрыв 52 километра в час, не кисло. Сейчас главное скорость не потерять, чтобы выбить как можно больше. 252. Так, едем по своей полосе, наверное. Встречка длиннее, короче, правда.
Тикет на выходе из тоннеля. Петушок решил, что мне рано расслабляться, и решил меня нагнать. А как тебе вот это, щенок? Не знаю, почему мне эта песенка вспомнилась. Но да хер бы с ним. Чпык 290. Как тебе такое, Лемон Аск? Это еще 64%. А у всех уже закасает. Еще 260 завернить. Дорогу строили, как будто Питер Пэр бухом телеги ехал. Но что мне нравится в кармане, он, сука, юркий. Чуть сбрасываешь газ, и он очень, мать твою, охотно залетает в кувару. О, а вот и бомбер. Превышение скорости, группа. Принято. Да хоть оргия, мне без разницы. Пока, чуваки. Высылайте подкрепление. Вижу нарушителя. Приметы совпадают. Оставайтесь на связи. 10-4, 10-4. Он уходит. Набил этим бетоном. Не набил. Отбой. А набивать-то уже и негде, по сути. 10-85, код 6 не останавливается. Нужна под... Вожух! Работало. Кажется, теперь ему не уйти. Приготовьтесь. Гонка окончена. Немедленно остановитесь. Ну да, я вижу, что гонка закончилась. Ну и пора сматываться. Прицел. Блин. По скорости с ним не сравняться. Могу потерять его. Код 3. Пожар на бензоколонке. Повторяю, пожар на бензоколонке. Канала. Срочно в карте 1073. Не дайте ему выскочить из района. Да ж ты то откуда вылез, я конь? Спать. Вижу машину нарушителя. Ребята, я собираюсь прижать его к обочине. Сосед и письмо. Автомобиль преследуемого столкнулся с моим. Эй, у меня проблемы. Ох. Выбываю. Дерби так дерби. В результате столкновения с нарушителем поврежден автомобиль. Слабый. Держи подгон. А, ты уехал. 4 Дельта 22. Прошу доложить обстановку. Не, это штяк. Это 5-1. Доложите обстановку. Ставьте оцепление. Он ушел. Последний раз код 6 ехал на запад. Вот чуть-чуть стай. Было. Выставляем оцепление в радиусе 10 кварталов от точки. Ждите подробностей. И парешечку еще сверху завернул. Отличная гонка. Угу, кажется, настало время. Ну, даже совсем другая история. Когда приедем в Роппа, я раздам вертолетчикам на орехи. Не буду слишком долго отнимать ваше внимание, поэтому спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте свои пальцы вверх, комментируйте, обсуждайте, делайте вообще что хотите. Ну а пока...
До скорого.